Теплые дни сменяют холодные ночи. Чтобы не допустить роста простудных заболеваний, в этом году отопительный сезон решили начать раньше обычного, в конце сентября. Уже к 1 октября тепло подавалось на все социальные объекты и в многоквартирные дома. Запуск отопления произведен 100%. Значит, теплоноситель доведен до каждого жилого дома. В настоящее время проводятся работы по наладке, регулировке внутридомовых инженерных систем. Локально возникающие проблемы сотрудники Одинцовской теплосети и управляющих компаний устраняют в кратчайшие сроки. Если перебои в подаче тепла и происходят, то кратковременные. Еще один важный вопрос повестки еженедельного совещания – ремонт образовательных учреждений округа. В новом городке работы кипят в бывшем клубе «Искатель». К 13 декабря новый детский сад должен быть полностью готов. Максимальный объем реконструируемого здания, кровли, перекрытия в текущем режиме, плюс благоустройство территории. То есть это будет новый современный детский садик. В лесном городке и в здании на Молодежной улице в Одинцово работы тоже завершатся в срок. А вот в Ершово ремонт школы продлится немного дольше запланированного. Отставание как раз из-за проведения новых работ по энергоснабжению, и причем там подключение зависит от МАЭС, да, то есть мы там третий день добиваемся, чтобы МАЭС выделил свою бригаду, в общем, чтобы произвести подключение. Ремонт в Ершовской школе на ежедневном контроле с обязательной фотофиксацией. По плану полностью работы должны быть завершены до 9 октября. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».